Видео подготовлено каналом Руки ТВ. Давайте выполним упражнение 235 на странице 132 учебника по русскому языку для 3 класса, автор Климановой. Прочитайте, спишите строки стихотворения Мусы Джалиля. И старый млад приходит к ней с участием. Цветы, любовь несут в ее жилье. Стремится родина цветущим счастьем от горя исцелить ее. Записываем эти строки стихотворения, каждую строку пишем заглавные буквы. И стар, запятая, и млад приходят к ней с участием, запятая, цветы, запятая, любовь несут в ее жилье, точка. Стремится родина цветущим счастьем от горя исцелить ее. Подчеркните главные члены предложения, обозначьте известные вам орфограммы. И старый млад приходит к ней с участием, цветы, любовь несут в ее жилье. Кто? Стар. И кто? Млад. Что делают? Приходят. Стремится родина цветущим счастьем от горя исцелить ее. Что? Родина. Что делает? Стремится. Теперь давайте обозначим орфограммы. Млад. Парное «д» – проверочное слово «молодой». Участием чаще пишем с буквой «А». Разделительный мягкий знак. Цветы, бездонная гласная «Е». Проверочное слово «цвет». Любовь, мягкий знак для обозначения мягкости. Несут, бездонная гласная «Е». Проверочное слово «нес». Жилье, жиши пишем с буквой «И». Разделительный мягкий знак. Стремится, бездонная гласная «Е». Родина, непроверяемый бездонная гласная «И». Цветущий, бездонная гласная «Е». Проверочное слово «цвет». Счастьем чаще пишем с буквой «А». Разделительный мягкий знак. От горя. От – это предлог, пишем его раздельно. Исцелить – бездарная гласная. Мягкий знак для обозначения мягкости. Выполняем следующее задание к этому упражнению. Здесь нужно выделенные слова выписать и разобрать как части речи. Приходят. Глагол. Начальная форма. Что делать? Приходить. Приходят, когда сейчас, в настоящее время, и приходят, их много, множественное число. К ней. Это местоимение, начальная форма «кто она?». Она – это единственное число, к кому, к ней. Дательный падеж, она – женский род. Участием. Имя существительное, начальная форма «что участие?». Нарицательное, неодушевленное. Участие в единственном числе стоит. С чем? С участием. Творительный падеж. Участие, оно мое, средний род. Счастьем. Имя существительное. Начальная форма счастья. Нарицательное, неодушевленное, единственное число. Чем? Счастьем. Творительный падеж. Счастье, оно мое, средний род. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеорешения на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.